Доброго времени суток, дорогие детишки. Сижу я что-то и думаю, а что бы мне и не записать еще систем шока, неожиданно. Упс. Так, камеры, блин, не успел начать, сразу тут от меня хотят всякого. Оп. И патроны тратить не надо, что тоже всегда приятно. Ну, я напомню, мне надо все еще найти двух оставшихся киборгов, кстати, надо бы сохраниться, здесь-то у меня еще нету этого, как его, станции репликации. Да что вы тут делаете, блин? Закрывательские этюды, блин, в дверях. Чик. О, его даже обыскать можно, какая прелесть. Ну, гранаты оставь себе. Кстати, о птичках. Что-то там я изучал и доизучил. Упс. И что это было? Я вообще-то хотел посмотреть, что это было. Ну ладно. А не сожрать. Пси-бустер. Ну-ка. Так, висхипа на 1 на 5 минут. Какая хрень бесполезная. Впрочем, ладно. Может еще пригодится. Так, какой-то газ. Это явно неприятно. Пистоль, патроны есть, 2 штуки. Отлично. О, откуда? А, из брони. Ну ладно, броню-то мы перезарядим. Ну, я что так не полностью перезаряжается. Это печалит меня. Так, чем магазине нас порадует? Ну, можно хакнуть, а потом... 65%, охереть. Такое ощущение, что хак пора качать. Может, и не надо. 15 залечек все еще. Психипа у меня 8 штук. Хрен с ним. Наверное, сломанный? Нет, не сломанный. Чинилка. Так, что у нас по оружию? Ну, ЕМП винтовку, конечно, можно починить. 55, блин, тоже, конечно... Не лучший вариант. Починиться, не починиться? Версон 2 Repairing Software. Ну-ка. У меня уже такой есть. Да, я пару раз починюсь. Кстати, что-то мне эти хрени напоминают тюбики с клеем момент неожиданно. Так. Что-то у меня еще раз со статами боевыми. Стандарт, Energy. То есть я могу метнуться в любой. Для МП винтовки, я так понял, не нужны патроны. Так что я... Нихера себе. Так что я нихера не сделаю. Окей, почему пистолет? Кажется, даже чтобы починить, нужно, блин, скилл иметь. Фига себе, струя. Этого я не знал. Скотина. Напугал меня, падла тупая. Откуда он взялся? Буду знать. Так. Что здесь, собственно, за движуха непонятная происходит? Отлично, больше нанитов, хороших разных. Миллион чипсов. Хватит лезть в стол. Дай мне чипсов. Еще один. Чик. Вот. Чтоб полное здоровье было. А то
Ну что, на халяву-то не вылечится. Правда, я и так лечусь на халяву, ну как бы дело такое. Так, чем еще порадуйте? Чем-нибудь экстремально вкусным порадуйте? Я слышу какую-то хрень нездоровую. Наверное, это... Да, это яйца. Что это за херня? What the fuck? What the fuck? Че? Мух мне тут не хватало. И долго они это будут делать? Все, сдохли. Слава тебе, яйца. Чик. Нафиг, нафиг. Стоп, это что, другая запчасть? В натуре. И ничего не надо для нее. А, отлично. Интересно, что это из них разные запчасти выпадают. Хотя да, если учесть, что разные... Что? Тело? Где? Разные штуки из них вылезают, вашу мать. Из тех червей, из этих... Какие-то мухи непонятные, блин. Да ладно. Брысь. Да сдохните уже. Так, я не понял, а что за... Там что-то труп какой-то лежит. Ну да, в натуре там лежит труп. А, вот так его можно. И там всего лишь наниты. О. Что-то, походу, санитарный контроль пора вызывать на эту кухню. Тут что-то как-то немножко у них не очень хорошо все. Шотган Терибле с одним патроном. Так, мисс Холл, все еще ничего полезного я здесь не вижу. Ну ладно. Продолжаем разговор. Репликация без станции. Знаете, опять армор у меня кончился, сука. Печаль какая. И батарейку бы неплохо бы. Ну, не батарейку, а перезаряжающую станцию. Так, где камера? Как же вас много? Фак. А здесь я нигде не видел... эту станцию security, чтобы выключить. Что-то мне... А вот она, кстати, отлично. Так, что там у нас? Робот взрывающийся. Паскуда какая, а? Так, наниты лежат. Ну, ладно, пойду возьму. Как надоели это делать, а? Ой, это какие-то... Это какие-то летающие черви. Хера себе, как меня пробивает без брони-то. Больно, однако. Так, тут пушки были где-то целая куча. Тысячи их. Да, кстати, опять забыл я про... У меня все изучено, так что мне как... пока ничего не надо, ладно. Tommy, I don't know what's going on here. Ever since we received orders to clear out Deck 3, people have been disappearing. There's a kind of gloom hanging over everybody, but no one seems to be willing to talk about it. I don't like it. Meet me on the wreck deck at 0900. I've got an idea. A little insurance for you and me. Да, определенно пора хак поднимать, а то это уже... Что это такое? Сколько вон этих красных точек, ёпта. Так, на один ящик можно все наниты потратить. Вдруг у меня и так не так много. Не так много осталось, ну что это такое? Даже... Даже не всегда попытка получается. Ну что это за херня? Это не серьезно. Ла,
Lab Assistant. Спасибо, конечно, оставьте себе. Сколько у меня нанитов осталось? 80 штук? Да, круто. Очень круто. Inside of this door lies one of the sim units. Reprogram it, and I will wrest more control of this ship from the obsolete Xerxes. Once I am master of this ship, I can open many doors for you. But for now, they block my access. They mock my eminence. Make them pay for that mistake, and I will shepherd you. Before you lies the crystal shard, a creation of my children, and by extension, of my own. A weapon elegant, deadly, precise. Learn its function. It may stand between you and their corruption. Кираси, сказал я себе. А, блин, даже с имплантом нельзя изучить. О. Куда я выкинул свой... А, никуда. Так, ну ладно, он все равно сейчас кончится. Где этот долбанный робот, взрывающийся? А, шел ты нахер. Как бы мне освободить место? Так, ладно, это нахер. Сколько этому осталось? А, все. Так, Anilith Svanums cannot be damaged by any known means, but have a very short lifespan. Окей. Так, где эта штука? Тоже выкинуть. Все, есть места, хватает. Ну. Дайте мне обратно мою винтовку. Это, короче, новое какое-то оружие, какой-то непонятный кристалл. Я такого даже и не помню, блин. С предыдущих прохождений. Да и твою мать, а. Блин, я это даже выкинуть не могу. Ну что за... Да твою маму, 8-то раз. Блин, как все сложно, а. Все, обратно вернулось. Так, мне срочно нужна... чинилка. И ресерч поднять. Сколько у меня модулей? 10? Прикольно, я даже, мне даже интересно, что это за оружие. Для него и 8 статов нужно миллион. А, ну экзотик вепонс, естественно, которого у меня вообще нет. Так, где там эти пушки были? Надо их подзорвать. Ага, вот они. Чик. Ух ты, как классно. Как очень приятно. На обычном режиме добьем. Есть. Есть. Супер. Супер. Может, тем еще и разжиться удастся удачно. Удастся удачно. Ну, давай. Залезай. Патрончики, патрончики пригодятся. Блин, как много тут, как оказывается, всякого интересного оружия, про которое я и не подозревал. Прикольно, блин. Конечно, это явно больно, как подозреваю. Если играть на любой уровне сложности, на любом отличном от Normal или Easy, ну, на харде еще, возможно, что-то получится изучить. Но на Impossible еще, ну, вообще никак, потому что слишком много модулей требуется для всего этого. Да, спасибо. Ну, ладно, будем подразумевать, что там патронов было немного в этом пистолете. Так, а я что-то все еще не вижу станции репликации. И, кстати, ни одного киборга, которого мне надо, того этого. Киборг-убийца. Красного цвета. Ты что здесь делаешь? Родное сердце. Пописить заходил? Сука, партизан. Спасибо большое. А нахер ты не пройдешь? Сучка. Совсем офигели. Так. Психипа. Сожри. Сохранится.
Батарейку бы найти. Батарейку бы найти. Было бы охеренно хорошо. Что это все-таки за цифры? Два. Второй этаж, что ли, получается? Наверное, так. О, шахид. Был. Бесполезный абсолютно. Еще один шахид. Тоже бесполезный. Да, кстати, опять эти долбаные, я забываю. Ой, я шотган забрал. Отлично. О, батарейка, супер. То, что доктор прописал. Ну вот, сразу стало легче жить. Так, сколько тут надо? 55 опять, давай, херели. Ну, давай. Сложность, блин, изначальная. Ну это ж охренеть можно. Блин, какая же мне невероятная... Куча модулей-то нужна, чтобы все это поднять. Потому что без хака как-то, ну... Так, да, тут ничего не было. Без хака совсем грустно, и скоро... О, а вот и ниндзя красный, иди сюда. О, а вот и станция репликации. Отлично, вообще супер! Пошел в жопу. Хера ты богатый. И пистолет тебе, пожалуйста, и чинилка. Еще что-то там полезное было. Патронов куча. Батарея тоже пригодится. Модули, блин, тут просто залежи всего. Есть. Так, ну туда я пока не пойду. Надо красного ниндзю замочить. Блин, ну ладно. Пришлось потратить патронов не тех. Бывает жизнь огорчение. Какого хера? Ты чё, попутал там вообще? Хера себе. Это движуха. Получи фашист гранату. Это у меня уже есть. Блин, фига себе струя. Зергут 12 модулей. Супер. Так, теперь побежим через батарею. Во-первых, вставим эту хрень в нужное место. Это что, кстати? А, ну да. Эту станцию репликации. Блин, правда, кругалями тут бегать приходится через этой долбанной... Вот это. Yes. Радиация. Так, а нахер я вообще... На этих роботов еще тратить. Так, где эта штука была? Вот там. Тратить еще бронебойные патроны, больше делать нечего, блин. Нафиг, нафиг. Да, здесь это было. А где конкретно здесь это было? Вот. Что-то, блин, что ты хочешь от меня? А. Супер. Еще 15 модулей. Меня устраивает? Меня более чем устраивает. Так, все, похоже, здесь больше ничего нет. Можно идти дальше. Супер. Тогда пойдем в переборочку. Угу.
вообще застрял, болезный. Раз сейчас здесь перезаряжусь еще раз, пока есть возможность. А то случаи-то разные бывают. Блин, движуха какая, а? Классно. Здорово, ниндзя. А, это я обратно вернулся. Ха-ха. Лошара. Так. Здесь было все закрыто, насколько я помню. Так, сюда мне не надо. Апгрейд юнитов я там не вижу. Хотя нет, вот они здесь есть. Да, побегу-ка я потренируюсь чутка. Как бы 30 с хером модулей можно. Да, вот на эти лифты мне надо. Чик. Никто тут не спрятался. Хорошо. Так, что я хочу поднять? Ресерч, во-первых, хочу поднять. Блин, скотина. Где он? Ресерч. 4 единицы. Фак. Есть лаб ассистент? Есть. О, отлично. Chemicals needed to research. Y. Я помню, что такой был в каком-то этом самом. Это очень хорошо. И 29. Может быть, на силу оставить? Не, нахер. Я качну оружие какое. Ёпт, нихера я не качну. 36 модулей надо, чтобы качнуть оружие. Грусть, печаль. Что-то дорого-то. Тогда я качну модифай. И хак. Да. Так и сделаю. Так, Игрик. Игрик, материал мне нужен. Так, а где этот склад-то? Надо узнать. Есть один Y, а где он находится? Пошел ты! Да вы что, охерели? Сколько вас тут? Да вы говна поели. Слышь, блин? Херя себе струя. Сучка блядская, ну-ка иди сюда. Это не ты, вот ты. А с тобой я отдельно разберусь. Да-да-да-да. Бегунец, блин. Понравилось? Паскуда. Блин, 10 нанитов мне стоило это все. Кстати, Chemical Storage. Так, ну ладно, я не знаю, тот ли это, про который я... Тот ли это склад, который мне нужен? Проверим. Тихо будьте. Шахидов только не хватало. Что они вечно ходят с сигаретами, короче, и с гранатами? Ну, с гранатами понятно, почему с сигаретами? Так, Игрик мне нужен, вот он. А, блин, твою мать. Чик. Ну, совсем недолго ждать. Мне чисто вот просто интересно, что это за хрень такая? И как она работает? Залечка, спасибо и на этом. Ну, еще один зомбак. Тоже шахид. Оп! Слышь?
Стой, где стоишь. Так, research complete. Reports. Crystal Shard. A very dangerous hand-to-hand weapon. It requires exotic weapon skill of one. Прикольно. 4 модуля, но мне не хватит, наверное, этого на экзотикс. Сколько там надо? А, шел ты нахрен. Блин, только лазерную шашку, короче, добыл. И тут уже внезапно вепонс. Вот. 12 модулей надо. Блин, я из принципа его выучу. Ой, не тот лифт, извините. Просто из принципа. Так, ладно, ну что, побежим дальше куда-нибудь. Не в ту сторону, пардон. Ну, здесь выход, все правильно. Так. Ой, ёпт, надо же подлечиться. Вот в этом хабе вы могли бы... Да вы... Слышь, мудила. Ты что ж такой подорванный? Ну убей же меня. Я тебя потом добью. А то этот токсик я устану лечить. Сказила. Козел. Что по ним так попадать-то тяжело, блин, а? Так, это я изучал? Да, это я изучал. Так. Ага, это к полену доктору, да? Так, это мне не надо. Надо запомнить, какой из них куда. Так, это у нас здесь. Это у нас... Здесь я не был. Заряда у меня почти не осталось. Ну ладно, так. Сайло. Ну сожри что-нибудь. Так, это мне больше не надо. Да, это мне больше не надо. Я уже все изучил. Да. Впрочем, ладно. Об этом в следующий раз. Оставляйте ваши комментарии в нашей книге для жалоб и предложений внизу. Лайкайте, шарьте видео. Да, я слышу макаку. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире.